Кокосовый кухен или немецкий кокосовый пирог отличается невероятным вкусом, выраженной сочностью и сладостью. Приготовив его, вы не раз захотите повторить, так как результат всегда безупречный. На приготовление пирога уходит около часа, а продукты всегда есть под рукой. Это пирог из разряда «гости на пороге», потому как его можно подавать даже теплым. Мука пшеничная 1,5 столовых екона. Кефир 1 столовый екон. Сахар 190 грамм, 100 грамм, в тесто 90 грамм, в начинку. Яйцо 1 штука. Разрыхлитель для теста 12 грамм. Ванилин по вкусу. Кокосовая стружка 100 грамм. Сливки 200 миллилитров, 20% жирности. Количество порций 6-8. Подготовьте необходимые ингредиенты. В глубокой чашке смешайте кефир, яйцо и сахар. Добавьте муку, разрыхлитель. Перемешайте. Форму диаметром 22-24 см. Смажьте тонким слоем масла, если это необходимо. Перелейте тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте кокосовую стружку, ванилин и 90 грамм сахара. Полученной посыпкой засыпьте верх теста в форме. Поставьте в разогретую духовку на 30 минут. Наблюдайте за пирогом. Минут через 10 после начала выпечки, можно прикрыть верх, чтобы кокосовая стружка не подгорела. Готовность проверьте деревянной шпажкой, она должна быть сухой. Если пирог влажноватый, убавьте огонь до 160 градусов и подержите еще минут 10, сняв предварительно фольгу. Готовый пирог, горячий, сразу же полейте сливками. Охладите. Пирог готов. Приятного аппетита!